Всем привет! Сейчас буду раскрывать формы, которые залила вчера вечером. Посмотрим, что получилось, что не получилось. У меня одна новая форма с мишкой. Еще ни разу не заливала. Посмотрим. Так, кошечка получилась. Все хорошо. Никакого брака нет. Да, насмешила меня вот эта новая форма. Я ее вчера получила, тоже пойду сдавать. Вообще, я удивилась, что форм много бракованных. То есть, я сдала единорога, бракованная форма. Детенка, форма бракованная. И вот, получила мишку. Ну, вы видите, что мишка ненормальный. То есть, какой-то, мягко скажем, уродский мишка. Если сказать, что формы это на распродаже, 1200-1300 рублей, это считается хорошая для них форма. Но вы понимаете, что это как бы не мишка, а уродство получилось. Жалко мыльную основу, которой ушло немало. Жалко времени, что опять придется оформлять возврат, идти на пункт выдачи и это все сдавать. Ну, понимаете, что таких мишек нам не надо. У нас нет надобности в таких уродах. Вы уж извините за прямоту. Пойду остыну и пойду открывать новые формы.